Друзья, добрый день. Сегодня у нас прикольное видео. Как всегда, диагноз. Сушка не шутит. Ой, не сушит. Теперь смотрим, почему. Тут у нас есть такое окошечко, где у нас есть фильтр. Открываем и вытаскиваем. Опа. А здесь у нас сюрприз. Полный. Просто полный сюрприз. И потом мы удивляемся. Почему у нас сушки не сушат? Оказывается, здесь у нас... Так, слово вынимается. Сейчас я его... Он поворачивается. Во. Вот так вот. Почему не сушит сушка? Ответ потому. Потому не сушит. Ой, там еще тоже мусор. Сейчас покажу. Если с лампочка достанет, да. Вон, это все металл. Ладно. Так, закрыли, поставили. Заработало. Вот так вот у нас просто чинится стиральная машинка за минуту, 1 минуту 20 секунд. Теперь сейчас будем чинить следующую. Здесь такая же ерунда. Только все гораздо сложнее, потому что забилось внутри. А знаете, почему забилось? Ой. А потому что вот. Дырочка. Эта дырочка нам все испоганила. Здесь придется разбирать. Все, друзья, большое спасибо, что смотрели, слушали. Надеюсь, это видео было вам полезным. Все, всем пока.